Всем привет, с вами Рэндалл. После того, как я прошел скрилик синдикат на самом сложном уровне в Битхазард, можете посмотреть здесь где-то будет ссылка, я решил, точнее, задался вопросом, как бы это дерьмо выглядело в аудиосерфе, так что давайте проверим. Будем играть за Мона, не про, конечно же, за Мона Ниндзя и притом на ветеране, это как бы хардкор в квадрате. Как всегда, в принципе. Ничего нельзя сделать по-нормальному, точнее, по-простому. Окей, все, начинаем. Так. Глаза. Are you ready for that shit? Скорее всего, нет. Я вообще думал, что это будет гораздо проще, чем Битхазард, но... Это только начало, тут уже какое-то мясо. Хотя там тоже было мясо. Не знаю. Окей, окей, просто едем. По-моему, я съел немного грима. Но это не важно. Да, на ситуации. У нас туда так проблем хватит. Окей, окей. Не паникуем. Все будет, мать его, хорошо. Просто едем, едем. И попытаемся не собрать ни один блок. Ни одного блока серого не собрать. Окей. Окей. Окей, 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 чудеса. Так, половина песни позади. Осталось еще столько же. Аккуратно. Так, аккуратненько. Объезжаем все блоки. Так, резко! Все хорошо, все хорошо. О. Должно быть уже проще, уже конец, когда там будет. Окей, 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 без паники. Без резких, нет, с резкими движениями. Все, все. Все уже позади. Нет. Нет, нет. Фух. Как я это сделал? Так, главное здесь не зафейлиться. Отлично! Я прошел просто на отлично в Битхазард. Своя таблица рекордов. Вот лучшие результаты для этой песни. Заткнись, мужик. И войдешь все, так что все замечательно просто. А, 57 штук, 63. Окей, пофиг что. Я даже желтую медальку собрал. Золотую. Вообще охренеть. Просто. Оп, а я просто молодец. На этом, пожалуй, все. Так что, если вы вдруг впервые, можете подписаться на канал, если вам интересно. Поставить лайк, если понравилось. И оставить комментарий. С меня хватит этого дерьма. Я ухожу. Пока.